Образовался большой пробка. Поставили своих сотрудников, два машина поперек дороги поставили. Здравствуйте, ребят. Да. Металлбаза выехал, машина тоже не может выехать. Парализовали работы несколько организаций. Аварийная служба приехал восстановить, который незаконно был порезанный газ, они не могут проехать. Такой пробкой здесь организовался. Машина не может проехать. Я вызвал милиции, жду их на появление. Вот так стоят. Вся организация блокирована. Здесь несколько действующих организаций. Они остановили работу всех. От кольца не стоит, конечно. Но мне до кольца дойти надо. Все, уже скоро на пост.